Доброе утро, компания Zapkia. Сегодня какой, даже не помню. 14 марта, 2019 год. Утро началось. Уделим небольшое внимание такому автомобилю, как Kia Spectre. Вот одна за моей спиной. Сейчас чуть расскажу о них и расскажу, что с ними делаем, в принципе. Все знают эти автомобили. Это такие трудяги. Довольно-таки в свое время были популярны. Бюджетный автомобиль. Неплохой. Бегают, прыгают. По дороге очень даже нормально. Но есть на них такой прикол. Это вот двигатель S6D. Что с ними происходит? С ними происходит следующее. Они у нас ломаются. ГРМ сделан на ременном приводе. Сам двигатель очень надежный, но опять же в силу эксплуатации, многие не знают, есть проблемки. А оригинальный ремень, который вы купили с мотором, он ходит где-то 60 тысяч. После того, как вы его заменили, неважно, купили оригинальный, не оригинальный, вообще, в принципе, без разницы, вы, когда его заменили, следующий ремень ходит 1040, не больше. Люди этого не знают, ездят на этом и, соответственно, есть такой прикол. На них срубает, ну тут уже вот нет его, порвало просто. А так очень часто приезжают стисанные зубья на ремне ГРМ, что приводит к загибу клапанов. И что очень интересно, часто у них от удара пробивает поршень и двигатель клинит вообще. Соответственно, себестоимость ремонта становится очень дорогой. Поэтому наша компания предоставляет как новые, так и контрактные есть двигатели. В данном случае на этом автомобиле будем ставить новый, безнавесного, есть с навесом. Сейчас его посмотрим чуть позже. На что хотелось бы обратить внимание. Автомат двигателя, если коробка автомат, можно достать вверх, не доснимая коробки, можно разъединить двигатель, он выйдет. Если же у вас механика, то вам придется в сборе с подрамником, ну, уронить ее вниз и тут его заменить. Сейчас наш автомеханик Дмитрий выполнит это, и мы посмотрим уже на снятом, сравним с тем, что у нас есть, и вообще расскажу, в какой комплектации они приходят к нам. Вот так выглядит новый двигатель. Смотрите, на нем стоит сцепление. Очень часто, вот хотел бы обратить ваше внимание, если вы берете в такой комплектации, смотрите, есть болты крепления, и часто ставят, думают, новые болты – это хорошо, и маховик, который предназначен для коробки автомат, прикручивают на болты от механики. Они длиннее, они упираются и не дают, там внутри он будет под сцеплением. И двигатель как будто в клине, народ звонит, переживает, пугается, поэтому если вы на автомате, то болты маховика надо ставить свои родные, а не те, которые идут вот здесь с механикой. Вот идут коллектора, идет дроссель, топливная рампа, идут катушки зажигания, давай поднимем. Идет генератор, ремень. Единственное, чего нету, это нету катализатора. Помпа тоже тут стоит. Без навесного, если вы берете, это все мы будем снимать сейчас и комплектовать запчастями хозяина автомобиля. Уронили двигатель. В среднем, если у вас есть опыт, это занимает где-то, ну, час, может быть, полтора снять. Вот он остается. Вот она перекладина. И вот сам двигатель. Кстати, забыл вам сказать, она 2007 года выпуска Spectre, 260 тысяч пробега. Поэтому разбирать мы его, конечно, не будем, смотреть, что там с ним случилось. Ремень там, он обрублен, его достали. Распредвалы не крутятся. Человек принял решение. Сейчас я вам покажу двигатель, который будем устанавливать. В общем, мы внедрили двигатель. Вот на весуху все переставили. Установили сцепление новое. Человек захотел, его было с выработкой. Из того, что может быть еще вам потребуется, это при желании, раз уж коробка снята, масло в коробке поменять, залили свежее. В принципе, все, машинка работает. Пожелаем человеку удачи. Ребят, всем пока, обращайтесь, если что, поможем.